У молодых первоуральских спортсменов сегодня выпускной. Свидетельство об окончании детско-юношеской спортивной школы получили 30 воспитанников секций. Документы им вручил глава города Игорь Кобец. Спорт – это умение честно побеждать. Это активная жизненная позиция. Умение быстро сориентироваться в сложной ситуации. Те навыки, которые вы приобрели, занимаясь спортом, они вам всегда помогут. Для торжества тхэквондисты, баскетболисты, волейболисты, легкоатлеты и гимнастки сменили спортивные костюмы на рубашки и платья. Тренировкам в ДЮСШ они посвятили от 5 до 8 лет. За это время выпускники десятки раз становились призерами и победителями городских, областных и всероссийских соревнований. Четырем воспитанницам секции легкой атлетики сегодня присвоили разряд «Кандидат в мастера спорта». Отмечу, Первоуральская детско-юношеская школа работает с 1943 года. Сейчас там занимается 570 детей. Немножко грустно, но с другой стороны радостно. Ну, я надеюсь, мы будем продолжать играть. Будущим спортсменам я желаю побольше тренироваться, упорства, достижения своих целей, работы над собой, над своими умениями.